Приветствую всех на канале компании «Купи салон». С вами я, Алексей Крыловецкий. И сегодня, как всегда, поговорим о красивых машинах. Но не о том, какими их выпускает автопроизводитель с конвейера, а о том, какими их делают мастера нашей компании. И сегодня в кадре у нас вот этот замечательный породистый внедорожник Lexus LX. Естественно, не стану рассказывать о его технических параметрах. Я уверен, что вы сможете найти их на просторах интернета. А вот то, как мы изменили его дизайн, как салон преобразился, вот это действительно достойно вашего внимания. Заглянем вовнутрь. Итак, мы находимся в салоне этого прекрасного автомобиля Lexus LX. Машина уже достаточно не новая. И, скажем так, выполняли мы этот проект постепенно. Дело в том, что владелец сначала принял решение о том, что ему хотелось бы сделать поездки более удобными и комфортными, и в свете этого он попросил нас доработать штатные сиденья, добавив в них функцию подколенной опоры. И поверьте, вот сейчас, пока мы выезжали на этом автомобиле, я ощутил всю прелесть того, что нога лежит на всей поверхности сиденья, и излом приходится ровно в том месте, где заканчивается колено. Очень удобно, поверьте, в дальней дороге это явно спасет мою спину, она не будет уставать так сильно, и думаю, что владелец тоже этому очень рад. Естественно, после того, как мы сделали машину удобной, сразу дошли руки и до красоты. Сейчас мы видим перед собой торпеду, которая перешита натуральной кожей Напа. По ней пущена декоративная отстрочка. Здесь скомбинирована кожа двух цветов. Черного цвета для того, чтобы не отражаться от лобового стекла. И светлая в стиле сидений. Сами сиденья, если вы обратите внимание, так же как и дверные вставки и подлокотники, они не повторяют штатный дизайн. Напротив, мы использовали здесь собственный подход, свое видение к тому, как может выглядеть премиальный автомобиль. А Lexus LX, несомненно, претендует на то, чтобы быть премиальным внедорожником. Добавили декоративную отстрочку ромбиком, нашу фирменную фигурную перфорацию, полностью имитировав штатный дизайн немецких автопроизводителей. Ну и, конечно, не обошли вниманием такие мелкие, но очень важные детали, которые все время находятся под рукой. Это и ручка КПП, мелкие накладки на передней панели торпеда, даже ложемент под руку, и тот обтянули. Но когда владелец увидел всю эту красоту, конечно, он сказал: ребят, ну вот весь оставшийся пластик в этой машине, ну явно совершенно не связан с ней. Конечно, все, что перешито, выглядит гораздо дороже, как будто бы от инопланетного корабля, а весь пластик выглядит от автомобиля советского производства. И в этом случае нам пришлось дорабатывать и обтягивать уже всю нижнюю часть торпеды, нам пришлось перешивать нижнюю часть дверей. Само собой, не обошли вниманием и потолок. Он был у владельца уже сделан черного цвета. Но какой? Это тряпка. Ребята, тряпка сама за себя говорит. Естественно, легко грязнится, впитывает в себя все, что угодно. Ее легко прожечь, поцарапать, повредить различным способом. И, конечно, тряпка не выглядит так же дорого, так же достойно, так же солидно, так же уютно, как выглядит всем понравившийся, всем полюбившийся материал под названием алькантара. Значит, здесь, естественно, перешиты все стойки, козырьки, ручки на стойках, мелкие всевозможные элементы. Если бы они были, допустим, светлыми, мы бы их перекрасили. В данном автомобиле они все исполнены черным цветом, нам не пришлось этого делать. Но зато мы решили, что на потолке не хватает тоже какого-то небольшого, знаете, такого декоративного элемента. Что мы сделали? Мы пустили декоративную отстрочку двойную, светло-серую, так, чтобы она сочеталась с кожей. И запустили ее вокруг люка. Шикарно смотрится, ребят. Все время перед глазами, все время владелец, когда упирается взглядом в любой элемент, который имеет на себе декоративную отстрочку, сразу чувствует вот это вот мастерство и профессионализм. Наша компания, естественно, специализируется на таких автомобилях. Toyota, Lexus, Mercedes, Audi, BMW нас не удивить ничем. Но, естественно, так уж получилось, что душа у нас лежит к крупным внедорожникам, и здесь нам есть что предложить. Теперь вы знаете, куда обратиться, если хотите получить не только красивый салон, но и салон, который мы сделали гораздо удобнее, комфортнее и уютнее.
Дорогие друзья, этот проект можно считать успешно завершенным, ну а если вдруг мы не ответили на какие-то вопросы, которые волнуют именно вас, не стесняйтесь, задайте их в комментариях к этому видео, следите за нами на нашем канале на YouTube, ну а в описании вы найдете ссылки на другие наши аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Фейсбуке и на Drive2. Ну и, конечно, вы всегда можете приехать к нам в гости, посмотреть, какими руками выполняются такие прекрасные проекты. Будем рады видеть вас в числе наших гостей и подписчиков. Пока!